Недаром в народе говорят, что все дети изначально талантливы от природы. Нужно только найти в них зачатки таланта и содействовать их раскрытию. Это вполне удается увлеченным педагогам из Славянского отделения развития творчества со сказочным названием «Жар-птица». Наша съемочная группа побывала на творческом отчете отделения в городском доме культуры. Для чуда дверь всегда открыта. Под таким названием проходил в нынешнем году творческий отчет «Жар птицы», который подводил итоги работы за минувший год. Более 1500 увлеченных ребят находят занятия по душе в удивительной атмосфере творчества. Есть чем гордиться и юным славянцам, и их педагогам. Это был для нас замечательный, успешный год. Особенно отличились наши малыши. В этом году множество всероссийских побед, олимпиады. Это наши потенциальные воспитанники. Мы ими гордимся. Замечательный год был для наших хореографов. Три творческих коллектива стали в этом году у нас образцовыми. Мы бесконечно ими гордимся. Ни одно мероприятие в городе не проходит без того, чтобы наши дети принимали участие. Выставка ли, танцы, все виды творчества у нас есть. В холле Дома культуры была развернута любопытная экспозиция с работами воспитанников, которая вызвала у всех немало интерес. Особенно эффектно выглядели изделия из бисера. Мастерицы из объединения «Мир бисера и узелков», не жалея времени и усилий, создали очень яркие работы. Тут люди могут с нуля добиться больших успехов и научиться многим плетениям, и я добилась многих успехов, сплела очень много поделок, деревьев, икон. Здесь можно научиться разным вещам, можно разные виды бисера выбирать, разные цвета, разные оттенки. И можно выбрать тот цвет, который тебе нравится, и сделать ту поделку, которую ты хочешь. Очень увлекателен сам процесс творчества, созидания рукотворной красоты. Но без хорошего педагога детям невозможно овладеть основами мастерства. К нам ходят дети только с горящими глазами, очень творческие, очень активные, интересные, такие позитивные. Вот, от них исходит свет. И мне нравится, когда, конечно, они побеждают в конкурсах, то есть занимают призовые места, это безусловно. Но большая награда, наверное, вот как раз их интерес непропадающий. В «Жар птицы» каждый ребенок может раскрыть свой талант. Кто-то рисует, кто-то шьет и вяжет, а кто-то предпочитает петь и танцевать. На сцене городского дома культуры юным танцорам и певцам отделения была предоставлена возможность продемонстрировать свое мастерство. Если мы возьмемся за руки, если станем мы добрее, если сможем мы друг друга с полуслова понимать, станет мир светлее и радостней, вступит радуга на небе и захочется о чуде нам с тобой помечтать. Достойны самых высоких слов участники хореографических студий, которые не раз достойно представляли наш район на региональном уровне. Самые активные и одаренные ребята и их педагоги были отмечены за свои творческие достижения. Эта работа, это замечательное путешествие в мир прекрасного будет продолжено. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».